да раньше не только колядовали, но и ходили креста ставили, да и народ честной овсом дороже посыпали к сытой и богатой жизни. Во славу Божью отецом и рождем, дорогие Господи, и рождем и всякую пшеницу с праздничком! Еще разок, во славу Божью отецом и рождем, дорогие Господи, и рождем пшеницу и всякую пшеницу с праздничком! Ну, как принято было на Руси, это вам на здоровье, чтоб урожайших хороший нынче был снега, там много, так должно быть, и хлеба нарастет. А как принято было у нас уж на Руси, что всю жизнь на праздники съезжался народ. Вот у нас гостей со всех властей. Да, конечно, и на наш на праздник пришел глава нашего Шекснинского муниципального района поздравить Виктор Васильевич Кузнецов. Пожалуйста, приходите на сцену. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня на этой сцене впервые собрался честной народ, который нам подарит, наверное, минуты, часы хорошего, бодрого настроения. И вот по наполняемости зала видно, что это интересно, да, нашим людям посетить такое мероприятие. Вообще, в третий раз на территории Шекснинского района проводится конкурс «Играй гармонь». Два раза проводили в Сизьме и первый раз здесь, в молодежном центре «Энергия». Сегодня приехало к нам 5 районов, 2 города. Более 70 участников, это здорово. Я хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия за то, что решили провести все-таки вот такой замечательный, хороший концерт. Поблагодарить тех, кто сегодня принял решение приехать сюда, к нам на Шекснинскую землю, поучаствовать в этом мероприятии. Всех поздравить с наступившим Новым годом, Рождеством Христовым, Старым Новым годом. Мы по традиции русские люди отмечаем Старый Новый год. Ну, а ребятам пожелать творческих успехов, наверное, хорошего, доброго настроения. Ну и мы, наверное, сегодня их посмотрим, оценим все ваши выступления, как вы подготовились. С праздником вас! И называлась она «Играй гармонь». Я вот в связи со своим возрастом очень хорошо помню эту первую программу, которая меня совершенно потрясла. Вот, к сожалению, сейчас эта программа уже не пользуется таким интересом, не пользуется таким спросом у наших людей. Наверное, потому что там звучит все меньше и меньше традиционных настоящих деревенских наигрышек, настоящих деревенских песен. Наверное, поэтому. Но свое дело братья Заволокины сделали, потому что с их легкой руки этот праздник начали везде праздновать. И в деревнях, и в селах, и в районах, и в городах. Он мог быть приурочен к любому празднику, мог просто так собраться без праздника и без повода. И везде, конечно же, звучала русская гармонь. Ну а где гармонь, там и пляска. Ковжинская кадриль. Thank you.
Шекснинская? Ну, во-первых, потому что нам она проходит на нашей земле, на Шекснинской. А во-вторых, нам так хотелось собрать такое уже малое количество народных исполнителей. Просто пальцев на одной руке не хватает. Нам хотелось их обнять, прижать к груди, сказать, что мы их любим. Что не все пропало, потому что молодежь, она прихватила их наигрыши, песни. И сегодня мы хотим перемешать детей со взрослыми, с теми народными исполнителями, которые были у нас на Вологодчике. И сейчас я приглашаю шекснинских представителей, пожалуйста, семья Вагановых, Протасова Любовь Николаевна, проходите, ребята, малыши, проходите, занимайте места на лавочках, пожалуйста. Спасибо, да. Аплодисменты не давайте. Я из деревни Левинская, удивительная семья, Александр Петрович и Капитолина Трофимовна. Вот, Александру Петровичу по секрету сказать 87. Это Капитолина Трофимовна. А Капитолина Трофимовна вечно молода. Жил, а она через речку в Раменье, и вот уж побегана была через речку так друг к другу. Как гармонь заиграет, так друг дружки побежали на вечерки, на беседы. Поэтому сейчас будет наигрыш, наверное, по деревне, да, Александр Петрович? По деревне? Рядом с гармонистом. А сейчас будет игра быстрая, под девок, под пляску. Но вот Капитолина Трофимовна сказала, ну немножко, да все равно спляшу. Thank you.
сыграет Александр Петрович хулиганскую игру. Потому что парни-то у нас шекснинские, ой-ой-ой, какие были. И своих девок не отдадут, и чужих хочется ухватить. Поэтому хулиганская игра. Пожалуйста. Когда идешь к сударушке, эдак играешь, от сударушки идешь, по-другому играешь, и по волнам играл, и всякое разное. И у нас был такой парнишка, он тогда был молоденький, но очень-очень любил играть на гармошке. И он объездил всех шекснинских гармонистов. Зовут этого парня, он уж теперь не парнишка, а теперь будь здоров, а Никита Арапов. Вот, кто гармониста, его все совершенно очень хорошо знают, потому что он у всех бывал и почти всех записывал. Вот где-то я его потеряла, не вижу, где он есть-то. Никита, где ты? Здесь. Ну, так, а где? А, вот. И вот он, когда записывал Павла Кустальоныча, Павел Кустальоныч уже был очень болен, у него не было уже двух ног, он сидел в инвалидном кресле, и Никитка прям сидел на корточках с гармошкой вокруг, напротив него, и старался перенять игру. И он перенял ее просто в один в один, просто один в один. И так выходные, для меня это просто вот самые трогательные, самые любимые частушки по деревне, которые в этом году смогли выучить наши девочки, называются они по деревне «Сиземские выходные».
Еще про одного гармониста хочу рассказать, теперь уж точно сизинского. Это Василий Александрович Носков. Он играл так необычно, что когда спрашивали сизинский ансамбль женский, говорили, под кого будете плясать, они говорили, под Васю. Вот. То есть наигрыш у них назывался под Васю. Вот. И поэтому я застала, слава Богу, его. Он трогательный был очень. Всегда, когда я боялась очень, в кулисах стояла и тряслась, как осиновый лист, он мне всегда говорил, Мироновна, не поноси, все будет хорошо. Вот. Поэтому я его вспоминаю с теплом и с добром и стараюсь как, перед вот, зрителями не опасовать. Вот. А сегодня-то к нам пришел его сын. Вот, Сергей Васильевич Носков, пожалуйста, Сергей Васильевич, ребята, похлопайте. Дело в том, что Сергей ухватил от отца наигрыш по деревне и русского. И когда мы только организовались, наша фольклорная студия, ей всего 4 годика, и когда мы организовались, не было гармониста, и он первый пришел на помощь к нам и стал первым играть ребятишкам нашим шекснинским на гармошке, даже учил их, как приплясывать, учил некоторых играть на гармошке, и до сих пор вот его эти первичные знания, они остались. Итак, наигрыш по деревне от Василия Александровича Носкова исполняет Сергей Васильевич Носков. Пляска, это вообще фирменная пляска Сизьмы. Она была, наверное, в 2003 году записана впервые. Нет, нет, сейчас Сергей Васильевич поиграет. Нет, не кружка, а шестерочку поиграет Сергей Васильевич. Выходите на шестерочку. Так и называется пляска шестера. Встанет 8, да будет восьмера. Встанет 10, да будет десятера. Ну, вот сейчас она у нас получается шестера. Вот чаще всего ее так и плясали. Возьми, места-то мало. Пожалуйста. Thank you.
копейка друг другу. А вчера старшие-то уже так не поют. Вчера на беседе были в Череповце, так только хорошие песни девкам пели, особенно чужим череповецким. Ну вот, а значит, а маленьких-то у нас тоже много. Кстати, хочу сказать, мы принимаем деток 6 лет, пожалуйста, ведите внуков, правнуков, деток. Им очень у нас нравится. И мы вам покажем сейчас маленьких девчонок, которым очень трудно оказалось сплясать шекснинского кружка, потому что эту пляску плясали во всех деревнях, шекснинского района. Потому что мужиков-то не было. Парни, может, не пришли еще на беседу, и вот они соберутся, девчонки маленькие, и большие, и взрослые, и попляшут деревенского кружка. Пожалуйста. Пляску. И сейчас после нас, после шекснинского района, будут такие плясуны, что половицы вздрогнут. Но у нас как бы пробуют ребята плясать сольную пляску. Конечно, не все получается. Конечно, самое трудное даже не сделать какое-то коленце, а самое трудное выйти при всех на круг и показать свою выходку. Вот, оказывается, смелость самая трудная-то. И поэтому мы пробуем, и мы сейчас, вот мы им сказали, кто хочет. Вот смелость города берет. Как говорится, неумелые, но зато ребята смелые. Вот первая попытка на людях сплясать на парочку и русского поединки. Поддержите, пожалуйста. Thank you.
занимается он традиционной хореографией, а мы уж как можем стараемся. А сейчас я хочу сказать еще про одного гармониста Шекснинского района. Моряков Геннадий Сергеевич Нифонтов. Родился он в Ершовском сельском совете, и мне посчастливилось его записать. Ну вот так случилось, что так его записали. Он когда рассказывал, как провожали парней в армию и пел рекрутские песни, он плакал, и мы плакали вместе с ним, когда его записывали. И вот, к сожалению, так надеялись, что на этой встрече он будет, но ушел из жизни. Ну и царствие ему небесное, потому что парни-то его песни-то рекрутские выучили. Исполнительница, которая приехала к нам из Вологды. Конечно, все вологодские считают, что она вологодская, но мы-то, шекснинские, знаем, что она родилась у нас, на шекснинской земле, в деревне Точка Сиземского сельского совета. Протасова Любовь Николаевна, потрясающая плясунья, а играть ей будет Никита Арапов, потому что ей надо так успевать играть, что ой-ой-ой, встречайте! Никита, где-то... Thank you.
Потихонечку по лесенке все они спускаются в зал, продолжать смотреть концерт. Ребятишки, вы тоже спускаетесь маленькие в зал, большие кулисы. Проводите, пожалуйста, помогите народным исполнителям спуститься в лес. Я возьму. Главное боится за гармонь, чтобы гармонь сделать. Итак, друзья мои, я думала, кого же следующего выпустить к нам на нашу встречу? Конечно, Череповецкий район. У нас много граничит с нами, с Шекснинским районом, разных районов. Но все-таки Череповецкий, мне кажется, нам особенно близок. И по духу, и по расстоянию, и по наигрышам. Мне кажется, это удивительное такое вот место, куда много-много народу съехалось из разных деревень. Но все-таки настоящие выходцы там еще живут, которые играют свои наигрыши, поют свои песни, пляшут свои пляски. И мы с удовольствием сейчас будем встречать центр традиционной народной культуры, ансамбль фольклорный из этого центра, который называется по названию Йорга, по названию местного названия села Воскресенское. Этому центру 31 год, потому что он был первый открыт у нас в Вологодской области. И они трудятся, привезли тех гармонистов своих, которые у них есть. Кто-то приболел, но кто смог, те приехал. Давайте мы их поаплодируем, пусть они выйдут к нам сюда. Пожалуйста, выйдите на это самое исполнительное. Не в Череповецком районе у нас живет, где-то затерялся. Итак, встречаем фольклорный ансамбль Йорга. Ой, кто я, да и плясать-то я, да я помощь твою, ты моя вдова.
Йорга, а на самом деле село Воскресенское, но Йорга, так мне кажется, еще лучше звучит. Давайте еще раз похлопаем. Сотрудники этого центра привезли потрясающего исполнителя. Ну, у нас все потрясающие, но этот особенно. Ему через 3 дня исполнится 92 года. Да. Капульцов Геннадий Николаевич. Он сейчас, ну, это вообще человек необыкновенный. У него даже целая книжка вышла про его любимую деревню Шабанову гору. Потому что он считает, что лучше этой деревни вообще на свете не существует. Ну, наверное, правильно и делает. Конечно, что может быть лучше родного места? Он сейчас сыграет нам частушки по деревне. А потом попляшет, а сыграет ему Никита Арапов, потому что они тоже дружат, и Геннадий Николаевич говорит, что якобы вот под него ему плясать лучше всего. Пожалуйста, Геннадий Николаевич. Thank you.
крутой гармонист. Костин Александр Александрович, живет он в Климовском. И приехал он не один, а с Надеждой Григорьевной. Дуэт их называется «Сваты». Говорят, что они и на самом деле сваты, а не понарошку, правда? Правда. Вот. Так что сейчас они вам исполнят и песни, и наигрыши Александр Александрович свои сыграет. Ну, Надежда Григорьевна. А вы в Белозерском потом сыграете. Сейчас-то вот. Поддержим! Я просто хочу поздравить всех сначала с праздником, прекрасным таким праздником. Пляски, гармошки, песни. Вы такие молодцы, у вас полный зал, это аншлаг вообще. Пожелать вам всем здоровья, счастья, удачи, чтобы всегда вас сопровождала песня, пляска и гармошка. Ну и песня, конечно, изначально мама у нас самое главное. Про маму и песня. Кушка в палисаде зацвела сирень. Только песни обрывает кто-то каждый день и бросает мне букеты с ночи до зари. Только мама мне сказала: дочка, не бери. Только мама мне сказала: дочка, не бери. Верю, мама, верю, только и ты поверь. Для меня его дороже нет никого теперь. Для меня его дороже нет никого теперь. А еще сказала мама, отведя глаза, чтобы я не увидала, как бежит слеза. Ты еще не веришь, дочка, а пойдет мама. Вот тогда ты и вспомянешь мамины слова. Вот тогда ты и вспомянешь мамины слова. Верю, мама, верю. Только не ты поверь, для меня его дороже нет никого теперь. Для меня его дороже нет никого теперь. За окошком в палисаде отцвела сирень, а любовь моя, как солнце, жарче каждый день. Мы идем заветной тропкой, и в руке рука, а у мамы тихо льются слезы по щекам, а у мамы тихо льются слезы по щекам. Верю, мама, верю, только и ты. Нет никого теперь, для меня его дороже, нет никого теперь. Ну и, конечно же, мы отмечаем праздники, собираемся за столом и поем песни наши, русские, народные. Я думаю, что наверняка вы поете «Шумел камыш». Давайте споем. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра.
если дома нет моря, ты приходи опять сюда. Она пришла, его ж нету, и он не будет никогда. Шумел камыш, рядышком Икадуйский, именно туда мы по грибы да по ягоды ездим, правда? Вот, и оттуда приехал самородок, там много самородков, но один просто удивительный. А Алексеев Сергей Васильевич, одна борода чего стоит, сегодня как увидела, думаю, какой красивый, полище был. Вот. Он сейчас сыграет наигрыши, дело в том, что он родился в Кадуйском районе, а живет-то всю жизнь в Череповецком. Правильно? А родился в Кадуйске? Не всю жизнь. Не всю жизнь? Лет 40. Как он играет, мало у кого-то пальчики бегают. Я вам опущу. Во-первых, здравствуйте, уважаемые. Хоть я больше 40 лет и живу в Малечкино, но все равно мужик-то я кадуйский. Потому что это один из самых красивых районов области. Я думаю, вы согласитесь со мной. А уж гармошка, я тут частушку сочинил такую. Ну, у меня голос потерян, так под гармонию опять не буду. Грешен я, конечно, грешен. Не вина, беда моя. Без гармошки безутешен, а с гармошкой тешусь я. Как-то наигрыши, кадуйские наигрыши. Не кадуйский, ну давайте играть. Сейчас я, потому что мы с Виктором Германовичем сыграем дуэтом, а сейчас я сыграю вам гимн гармониста. Гармонистов России. Все не по плану. Музыка.
сейчас сыграет Адриль собственное сочинение. Прекрасный гармонист, да, он в прошлом моряк-подводник, я сыграю яблочко, вся сила. Опять не по плану. Thank you.
будет интересная такая штука. Виктор Германович Соловьев тоже преподает пляску традиционную, занимается с парнями много лет. Сейчас выйдут два парня, Виктор Германович, не убегайте, сейчас им играть будете. Два парня, которым уж можно жениться, но что-то никак не женятся. Один у меня на коленках сидел, а другой вначале мне сказки рассказывал, когда в экспедиции все спали. А сейчас поглядишь на них, ну, хороши. Они попляшут, потому что столько было поезжено с Виктором Германовичем, со мной, и в поездки в разные. Вот они попляшут, и, наверное, сейчас их пляска более наполненная, чем пляска детская. Акимов Данил, Арапов Никита, ученики Виктора Германовича Соловьева когда-то давно. Михаил Курманов и Влад Малюков. Пожалуйста, ребята, подходите сюда. Значит, что я хочу сказать. Эти оба парня ученики братьев Соловьевых. Вот, Владислав, он ученик Виктора Германовича, а Михаил Леонида Германовича. И вы знаете, мне в жизни повезло, ну просто не сказать как, потому что я вхожа была в семью Соловьевых. Я застала живыми и здоровыми их маму и папу, потрясающих, гостеприимных, добрых, очень музыкальных, щедрых. Вот, и поэтому как бы вот вся семья у них, она необычно музыкальна. Каждый идет своим путем, у каждого свои какие-то ходы, у каждого свои какие-то выучки. Но факт остается фактом. У одного ребята пляшут и поют, и играют на гармошках, и у другого пляшут и поют, и играют на гармошках. Так, ну, ребят, кто первый? Ну, давай, Миша. Thank you.
опытного гармониста трудно остановить. Молодцы, правда? Чушь права не получить. Спасибо, ребята. А вот один играл Белозерский на игрыше, а другой, Сергей Васильевич, с гимном тут занялся, Алексеев, вместо того, чтобы свои наигрыши играть. Так вот за него сыграл парень, Влад сыграл его наигрыши-то алексеевские. Узнал ли хоть он? Не знаю. Узнал? Сергей Васильевич. А мы переплываем в Белозерье. И Белозерский-то у нас гармонист, который уже, вы видели, в «Сватах» Сан Саныч играл. Костин, мы его давайте еще раз попросим, потому что Белозерский-то наигрыш, как он играет. Вот у него только сегодня двух друганов-то из Белозерска не приехало, плохо себя почувствовали. А так, как они втроем-то играют, да ой-ой-ой. Белозерские наигрыши. Наряжались они побогаче. Вот. И поэтому и пляски у них бывали городские. Поэтому мы с ребятами попробовали станцевать танец, а не пляску, который называется «Под Испань». Оказалось, что и сыграть-то ее трудно, а сплясать-то еще труднее, потому что вы-то в свое время все вальс танцевали, а наши-то не умеют. Как сказала у нас в экспедиции одна бабушка, ноги не в то место вставлены. Вот. Оказалось, что очень трудно, но стараются. Поэтому «Под Испань», Вашкинский район, наша личная запись, которой мы очень-очень дорожим. Обещаем, что выучимся и вальс танцевать. Аплодисменты. Thank you.
радует, да? А мы передвигаемся наконец-то в Кирилловский район, уж где Белозерье, там и Кириллов. И я считаю, прошу подняться Мамаеву Лидию Николаевну, Голубева Геннадия Федоровича, подняться на эту сцену и сесть на лавочку. Я хочу сказать про гармониста номер один в Кирилловском районе. На мой взгляд, это все-таки Геннадий Федорович Голубев. Он хоть и прожил всю жизнь в Череповце, ну много прожил в Череповце, может не всю жизнь, но все-таки последнее время он живет в Кирилловском районе. Но почему мы его считаем кирилловскими? Потому что его мама, Александра Васильевна, она была не просто работала на гармонной фабрике в артели, а она еще была прекрасным голосовиком. И все гармонисты, которые сейчас находятся в зале, они понимают, что кроме Гены Голубева никому сдать гармошку в ремонт. Ну, еще только Никите Арапову можно свести. Поэтому давайте-ка мы ему поаплодируем и попросим его сыграть кирилловские наигрыши. Никогда не говорила, что они бестолковые, а всегда говорила очень толковые. Она сейчас сыграет свои кирилловские наигрыши, потому что родилась она в Никольском торжке, да? Так, играйте, спите не. Надо? Я и так играю. Ну, попадет,
вообще их мало. Вот. Только Любовь Николаевна у нас тут Протасова еще на гармонии играет. Но мы все-таки свою девочку выучили. И выучил-то ее учить начал Геннадий Федорович как раз, а потом Леонид Германович прихватил. Это была интересная история, потому что мы иногда роемся в очень старых записях. И в записях 1978 года я нашла записи из деревни Глебовская Кирилловского района. Частушки про деревню Глебовская. И вот Алиса у нас Смирнова освоила этот наигрыш. Ну, а уж девчонки ей подпели. Давайте их встретим. Пошел бы, Ваня, бей!
друзья мои, у нас из Вологды тоже приехали представители, и я их вызываю сюда. Они у нас песенники, будут песни нам петь. Маслов Владимир Леонидович, Соловьев Виктор Генш, Ткачев Борис Михайлович из Тоншилова. И к ним красавицу Мариночку Белоусову вызываю. Потому что то, что Марина играет, мало кто играет. Даже самые проверенные гармонисты. Встречайте, пожалуйста. От лица выступающих хочу поздравить вас с наступившим Новым годом, с Рождеством, с наступающим крещением, пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Немножко с вашего разрешения хочу сказать, что здесь вот присутствует один человек с очень седой бородой, которого зовут Сергей Васильевич Алексеев. Благодаря ему, значит, я, по большому счету, я баянист. Долгое время я играл на баяне. И послушав, значит, передачу Николая Александровича Коробова «Вологодская гармонь», значит, начал немножко периодически перестраиваться с баяна на гармонь. Было очень трудно, но пересилил себя. И спасибо, как сказать, однофамильцам Алексеевым, я перезмог свои усилия и как бы, да, играю на гармошке, спасибо вам. Значит, орловские и тульские страдания. Thank you.
пою песню на стихи Исаковского. Наше поколение изучало в школе программе была эта песня, а музыка замечательная, самодельная. Вот. Шел старик дорогой полевой, вырвал вечень молодую где-то и довольный нес ее домой. Вырвал вишню молодую где-то и довольный нес ее домой. Он глядел веселыми глазами, а на луга на дальнюю межу и подумал, а дай-ка я на память у дороги вишню посажу. И подумал, дай-ка я на память у дороги вишню посажу. Пусть растет большая-пребольшая, растет шире, растет высотом, и дорогу на нашу украшая, каждый год купается цветом, и дорогу нашу украшая, каждый год купается цветом. Тени ее прилягут, отдохнут прохладной тишине, и отведав сочных спелых ягод, может стать, стал вспомнят обо мне. И отведав сочных спелых ягод, может стать, стал вспомнят обо мне. А не вспомнят, экая досада, я теперь об этом не тужу. Не хотят, не вспоминай, не надо, все равно я вишню посажу. Не хотят, не вспоминай, не надо, все равно я вишню посажу. Играйте на гармошках, говорят, пенсии сейчас добавят. Только гармонистам. Thank you.
но накосили много и обучили. А меня девки за сараем ой, сыночка мучили. А полюбите меня, девки, парень, я еще красивее. Они совсем уж пляшивые, да и зубы почти все. А меня тульские любили, любили и тамбовские. Неужели не побуду девочки шахтинские? Как бы сказать, познакомились мы буквально недавно. Владимир Александрович Апарин из города Перми. Музыкант, поэт. Мне понравилась его песня с его разрешения. Как бы сказать, без нарушения авторских прав. Вот. Песня называется «К любимой на порог». Они там напоются песен, наиграются на пляж.
слышится. Но вот есть девочка, я же вам говорила, что есть девочки-гармонистки. Вот к нам приехала из Вологды Марина Белоусова, а сыграет такое, чего сроду не слыхали. Маринка, выходи. Дайте стук на девке. Вот, встречайте. Это по-настоящему гармонистка. Западных наших песен, плясок. И вот хочется в конце нашего концерта сказать, что у нас ведь на нашей территории живет очень много людей с востока Вологодской области. Они приехали, знаете, на завод поступили, в институты поступили, в училище, женились и осели на нашей земле. Но вот как они играли свою восточную музыку, оттуда привезенную, так они ее до конца своих дней будут играть, потому что это их родное. И я приглашаю на эту сцену тех, кто сегодня нам покажет свои любимые восточные наигрыши. Жиганов Иван Осипович, Костылев Юрий Николаевич и фольклорный ансамбль «Лагрица», город Вологда. Пожалуйста, встречайте.
деревне идут. Пришли на лужок, на убор и играют в пляску. Талантливый музыкант. Мне кажется, если он возьмет полено в руки, то и полено у него запоет и заиграет. Он владеет и западной традицией, и восточной традицией. Вот. И сейчас возглавляет фольклорный ансамбль «Лагвица» Иван Теленков со своей супругой Ириной «Частушки по деревне». Thank you.
а все это Вологодская область. И пляска «Сударушка». Подготовились девчонки, пляска «Сударушка» под тарьянку. Thank you.
напоследок удивить, чтоб вы целый год вспоминали, и на следующий год на наш праздник, чтобы вообще ни одного пустого места не было. Поэтому последняя глава в нашем концерте, а называется она «Когда нет гармошки». И я вызываю сюда Геннадия Николаевича Копыльцова, Олега Николаевну Мамаеву, Дымнича Анастасию, Гончару, девочку с балалаечкой. Так, кого не назвала? Выходите, выходите, выходите. Так, вот это будет сейчас диво да к диво. Геннадий Николаевич, начинай первый под язык. Едут когда на телеге? Гармонии нет. Идешь по лесу. Настроение веселое, трубочка хорошая, а гармошки-то нет. Поешь под язык. Эх, Люда, травка селится, а зеленая до кругом. Эх, передай да привет, сударушке, товарищ дорогой. Эх, по тропиночке идут, тропинка вьется на ходу. Эх, по тропиночке спрошу, не понапрасно ли хожу. Thank you.
Сказали, если не придут, то меня не простят. Шекснинские парни. Аплодисменты, финал концерта. Браво, Бирк! Эй, хорошо! Гармошка.
может пальку истопить, и помпарить спинку мне, и квоском сердку угостить. Я объехал много сел, но такую не нашел. Но с гармошка люб твоем обязательно найдем. Прощаемся. Говорю, спасибо вам за огромную поддержку, за любовь к традиционной музыке. И говорим вам до свидания, до следующего года. Приводите к нам детей, пожалуйста. Спасибо всем.